Это просто лучший звук для этой рожи, просто потрясающий. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и вы не поверите, что случилось. Хотя, ну как, вообще-то поверите, потому что многие из вас мне об этом, собственно, и написали. У Джона Брейна вышло новое видео, называется Undertale, что будет, если возродить рубрику. Я вообще сегодня как планировал? Я сегодня планировал записать какие-то две игры, два геймплея и одну реакцию. Потому что я обычно записываю, типа, у меня один день две реакции геймплей, второй день... Два геймплея реакция, там, если два видео выходит, то один геймплей, одна реакция. Но сегодня исключение, потому что очень-очень интересно. Очень интересно, вчера две реакции было и сегодня тоже будет. Короче, поехали, ссылка на оригинал, как всегда, в описании. Ну, вы знаете, что делать, переходите, Джона Брейна обязательно поддерживайте лайками, комментариями, подписчиками, колокольчиками. Поехали, что будет, если возродить рубрику. Здравствуйте, уважаемые зрители. Знаете ли вы легенду о Пейнте? Если нет, мы с радостью перескажем ее вам. Ну, мы как бы знаем, да. Даже если вы этого не хотите. Ну, мы как бы потерпим, да. Куда делся? Так, ну я вообще хочу. Мне интересно, что они там напересказывают. О, здорово! Жил-добыл один никому неизвестный Тэмыч. Undertale, все нейтральные концовки, все реакции на звонки это реально в начале игры. Ну, понятно, это идут ролики, да. Он снимал ролики по игре Undertale и радовал зрителей. Но затем власть над игрой ударила ему в голову. А мне казалось, ему пиво Milky Way там ударило в голову. И все остальное. Я изделяю свой Undertale с бухлишками и пьянками. Один. Раскидать не знак один. Да, замечательно. Так. Слушайте, прикольно так сделана эта тема с этими вот веревками. Тэмыч создал непросыхаемый мир полного зашквара. Оу, прекращаем! Прекращаем вот эти запихивания продолговатых предметов. Press F to pay respect. Фриск помянем, как говорится. Но герои устали от произвола и решили восстать. О, как мы восстали! Вот ты посмотри, как мы восстали! Так восстали, что аж пипки встали. По-любому, да? Ха-ха, ни хрена. Вот это, конечно, понеслась. Мочилово, как говорится. Да, это мы все помним. Бывали сцены и похуже в прошлых сериях, знаете ли. Да, замечательные взрывы в стиле кукольного Майкла Бэя. Прекрасно. Тэмыч получил по мордасам. Его манимирок уничтожился, и сериалу пришел конец. А Асгор похудел, нихера себе, однако, конечно, Асгор. На какую ты диету сел? Там что, там хлеб и вода минус хлеб, я не пойму, одна вода или что? Святым духом там питаешься? И казалось бы, на этом пора прощаться. Но у нас есть одно важное объявление. Так, понеслась. Чё за объявление? Мы вернулись! Асгор, да что с тобой? Ты пугаешь меня, серьезно? Все как бы норм. Ну, правда, он Папайрус, к сожалению, из армии вернулся. Надеюсь, что ему там мозг не отбили стулом, деды. Но ты-то чё? Ты-то чё? Объясни мне. Что это такое вообще? Что с Асгором? Асгор, ты... Так, монстренок, тихонько, аккуратно. Я понимаю, что ты насмотрелся Friday Night Funkin, моих летсплеев, да? Ты насмотрелся, как там девочка башкой туда-сюда. Но это перебор. Ну, Санс, ну ни хрена, ты кудесник. Мы запускаем 5-й сезон анимации. Серьезно? Undertale, что будет, если сезон 5 бесконечность не предел? Но в этот раз он будет длиться вечно. Да не, это прикол какой-то. Джон Брейн реально не будет этого делать. Он говорил, что он не хочет. Хотя, если он хочет, это было бы очень классно. Ну мы сейчас посмотрим. Сейчас в анимации станет понятно. Это как бы персонажи про себя говорят, или это Джон Брейн говорит, что он запускает 5-й сезон. То есть тут надо понимать. А новые серии будут выходить каждый минут. Понятно. К сожалению, это все шутка, я понял. Что будет, если подоить корову, зайти в Санса? Ой, господи. Не надо. Не надо заходить в Санса, пожалуйста. Папирус заснет, выпить чару, съесть мышь, протрезветь, поменять носки, купить Тэмми. В Undertale 2 выйти из игры. Ты это прочитаешь? Бугермен победит, женить Соника. После конца света. И теперь мы снова продолжим бухать. Так, ясно, мы тут за трезвый образ жизни уже, да? Канал, анимки. Отныне на этом канале будет лишь Undertale и ничего больше. Покемон, Соник, Бугермен. Все, мусор выбросили, теперь канал наш. Пусть Undertale живет вечно. Давайте отметим это, закатив пер на весь мир. Ни хрена вы там жируете, конечно, а? Ха-ха, нормалдос. Мы приготовили вам новенькие спрайты еды. Жрать! Они даже не говорили ти, они у них просто жра. У них просто жра, понимаете? А чё там, я не пойму. Я понимаю, что все жрут, почему... Почему все жрут, а чара, короче, запихивает себя, это самое, дрель, короче, в голову. Я вот это понять немного не могу. Странная какая-то чара.
Чара очень странная. Так. Это кто? Мне кажется, это какой-то покемон разозлился, что покемоны выкинули в мусорку. Ох, нифига! Тарелька, аккуратней. Давай только через другое отверстие, не будем. Я облупалась до отвала. Давайте узнаем, сколько просмотров набрала наша трапеза. Такое ебло еще подобрал. Просто идеально. Вадим, я очень рад, Тарель. Я очень рад, что я у тебя вместо рабочего стола. Это прям приятно. Это греет душу, прям замечательно. Я надеюсь, что еще там у Папайруса, он все-таки мой любимый персонаж. Я надеюсь, у него тоже на телефоне моя морда. Подождите. Еще раз. Это просто лучший звук для этой рожи, просто потрясающе. Так, Fire Cow, это вместо Firefox, да? Я понял. Так, вот этого, пожалуйста, не надо. Живем как свиньи в Undertale, номер 3 на вкладке в тренде, 54 миллиона просмотров, 5 минут назад. Вау, ну это ты, конечно, немножко, немножко-то губу-то чуть-чуть надо бы закатать, Джон Брейн, чуть-чуть так слегка, где-то на 53 миллиона просмотров минимум. Но, кстати, Лям такой ролик вполне мог бы набрать. 54 миллиона, блин, конечно, ну было бы классно, особенно за 5 минут, так это вообще, слушайте, неплохо, но могло бы быть и лучше. Ты чё, охренел, что ли, ты с... Кослявое говно, зажравшись. Мы набрали слишком много лишнего веса. Предлагаю снять ролик о том, как мы его сбрасываем. Вот это уже 54 миллиона просмотров, Джон Брейн. Вот это ты на правильном пути, я считаю. Вот такой ролик вот, там даже можно 65 миллионов просмотров, там сразу. Обгонишь всех на свете, господи. Ивангай будет тебе звонить, Дудь у тебя будет брать интервью просто. Вот таких роликов несколько штук и идеально. Вот это секрет успеха на Ютубе, да? Это правильно. Что, блин, происходит? О да, теперь мы точно набрали много просмотров. Гатим как свиньи в Undertale. 403 миллиона просмотров за 5 минут. Да. Вот это правильно. Вот это я понимаю. Вот это прогресс. Невероятно. Чем хуже мы себя ведем, тем больше нас смотрят. Что бы такого мерзкого сделать, чтобы выйти в топ трендов? А давайте съедим все, что сбросили. Не, ну это уже перебор. Это за это забанят канал, мне кажется. Это не надо, Джон. Джон, это не надо. Ребята, да что ж с вами такое? Мы же победили злой Тэмми и теперь стали хорошими. Помните? Так почему мы все же такие испорченные? Ну, есть одна причина. Имя начинается на Дже, заканчивается там фамилия, там начинается на Б. Там, в общем, это причина есть. Немножко испорченная причина такая, чуть-чуть. И они думают, что будто у них есть свобода воли. Но эти анимации по-прежнему делаю я. Ничего не изменилось. И сейчас вы будете смотреть, как ваши любимые герои кушают кокули. Прекрасно! Оу! Точно покемон пришел, да? Ой-ой-ой. Пап, теперь это наш канал, мы можем делать вообще все. Больше никаких канонов, логики, морали, кайф. Мне кажется, стало чуть хуже. Санс, меняйся обратно, пожалуйста, мне страшно. Ох, ну тогда другое дело. Ну что, продолжим поднимать просмотры. Ой, мама. Так, это походу... Это походу PewDiePie, наверное, вас пришел тут. Это вы меня обгоняете, охренели что ли? Уже мистер Бист плачет там. Когда-то этот канал был нашим замечательным домом. Он был посвящен нам, няшным карманам. Он сожгрел покемоны! Я же говорил покемон! Я сразу силуэт узнал, что-то покемонское в нем было, да. Так. Но затем пришли вы и все испортили. Я не знаю, правда, что это за песик, как он называется, понятия не имею. Вы украли у нас все проблески славы. Отняли наш канал и отправили на стопку. Все смотрят только на вас, а мы потянули в потоке мусора. Своими выходками вы разрушаете психику зрителей. Вы сами настоящий злодей, Брус. Наш канал незачем отравлен вашими грязными прохождениями и похождениями. Но это не наша вина, мы просто рабы сценария. Да-да, все претензии к автору анимации. С ним мы разделались, теперь ваша очередь. Джон Брейн, ты там, если смотришь, ты напиши в комментариях, с тобой все нормально? А то они тут говорят, что они с тобой разделались как-то...
Как-то печально такие таланты терять. Ты там береги себя. Если покемоны к тебе подходят, сразу беги, не пытайся наладить вербальный контакт с покемонами, договориться с ними невозможно, это покемоны, они не знают пощады. Наивные маленькие уродцы. Если мы исчезнем, вас все равно никто не будет смотреть. У нас есть идея получше. Мы сделаем вас самих карманными монстрами. И вы будете драться наших просмотров ради... Ради просмотров наших. Ради наших просмотров, твою мать. Вот и все. И все они теперь в яйцах. В яйцах они теперь все, понимаете? Поздравляем, вы поймали карманных монстров по тебе! И Фриска, потому что он сосиска. Понятно. Ну, это логично. Сосиску не поймать, это как бы кощунство. Вперед, костеморды, мочи ее! Ого. Мне кажется, даже Джейсон Стэтхэм бы сейчас охренел бы, типа, у меня столько крутости нет, извините. Давай, тухлятинка, я на тебя все бабки поставил! Ай, мамочки мои. Ай, мамочки мои, какая будет. Шпендик, проиграешь? На ужин будешь жрать грязь! Доброта пошла, пошло добро, да. Добро просто нереально изливается на нас из экранов. Боньк. Нереальные боньки. Так, это зубки, да, немножко. 856 миллиардов просмотров 5 минут назад, номер один на вкладке в тренде. Ну да, в параллельной вселенной видос сразу тоже ушел. Карманные рабы дерутся в Undertale, сами понимаете. И... Замечательно, мы снова в центре внимания. Да. Ой, боже. Ой, боже мой, какая грусть, печаль. Похоже, они все сдохли, не могут драться. Ладно, подлечим их и продолжим веселье завтра. Ну чё, удачи вам, как говорится, у вас теперь новая... Ой-ой-ой-ой, это внутренности яйца показывает, а у вас теперь новая жизнь, короче. У вас теперь новая веселая великая судьба. Да. Undyne? Что ты там делаешь? Ну я вас доберусь до вас, козявки. О, прикатился. Тук-тук, Альфусик, а можно переночевать в твоем покеболе? Ай-яй-яй, Азгур, а что бы сказала твоя жена? Она сегодня ночует у Санса. Дети, отвернитесь, если вы тут есть. Ну, если вы есть, а вы наверняка есть, дети. Вы отвернитесь. Вам не надо это видеть. У всех свои домики, а у нас общий, так нечестно. Кстати, да, это получается, всех таких не главных персонажей забросили в одно яйцо. Это потому, что мы лишь второстепенные персонажи без диалогов. Быть мазавкой ниже моего достоинства. Я заслуживаю лучшего. Ну, удачи. А, причем один сортир на всех. Прикиньте, как неудобно, наверное. Как, наверное, неудобно там посерить. Посерить — это целая проблема в таких условиях. Эй, тварп. Лав пиплоч с моей любимой скамейки. Теперь это моя скамейка, обломись. Так пусть наши покемоны дерутся за нее насмерть. Ни хрена. Фашистские ушастые говнюки, а? Ты посмотри, насмерть прям. Сейчас будут отправлять. Тренер Флорион желает подраться. Тренер Флорион выпускает Санса. Вперед, Фриск. Так, Фриск, Санс, битва действия, вещи, пощады. Санс использует сейсмический бросок. Слушайте, ну вы, конечно, ребят, может, попробуйте договориться. Фриск использует костоломку. А я думал, что такой Санс-то довольный. Ой-ой-ой. Ой, мамочки мои. Это супер эффективно. Вот тебе устроили бэдтайм, да? Ты-то сам такого бэдтайма в жизни никому не устраивал. Коварный план. Так, малой, слушай мой план, план F. Я пну тебя подальше, и ты валишь со всех ног. А потом придумаешь, как нас освободить. Понял? А чё, нормальный такой план, кстати. Вот это называется у страха глаза велики и ноги тоже велики, да. Мой покемон сбежал, ловите скотин. Все велико у страха все велико. Даже пипка и та велика. Ну, если только она у Фриски есть, потому что мы не знаем, мальчик это или нет. Но, тем не менее, вы понимаете, о чем. Бежит! Бежит Фрискушка! Фрискуня бежит! Устремляется! Плывет!
Очень зубы, короче, сжимает конкретно. Мне кажется, они у него отвалятся, так и сдача пойдет. Что ты делаешь вообще? Паркур мастер, ты что творишь? В какой-то момент надо бы остановиться, да? А то ты круг сделаешь и обратно к ним. Тебя это устраивает? Фриск, ты дурной? Вот ты и попался, гад. Я тебе о чем говорил? Я тебе о чем говорил, Фриск? Ой-ой-ой-ой-ой. Рабы, валите терпилу. Так он-то как раз не терпил, это они терпилы. Они-то как раз терпил, он-то нет. А что если мы наваляем вам? Знаете, в аниме вы были намного добрее. Покемоны не игрушки, вам должно быть стыдно. Смысл вашей жизни в битвах. Подчинитесь и продолжайте драться. Но вы просите без уважения. Даже не предложили чашечку чая. Нехорошие, мы больше не будем драться с друзьями. Я думал, он вот это скажет своей жопой. Ты чё, нормально не мог это? Ну и что на это скажете, а? А, это он пёрнул, да? Зажигалку подставил. Что вы на это скажете? Бах! Такой взрыв. Вы забыли, что мы тоже покемон. Приготовьтесь быть уничтоженными. С помощью силы ваших стихий! Огонь! Вода. Мохнатая манда. Электроэнергия. Ну ладно, тоже пойдет. Электроэнергия тоже пойдет. Мой вариант был повеселее, конечно, но тем не менее. А вы что думали? Пули. Обычные свинцовые пули. Теперь вы убедились, что покемоны отстой. Ой, один выжил, да? Голова. Обычная монстрячья голова. Так, окей. Это было неожиданное орудие. Что такое? Монстренок эволюционирует! Че, руки отрастут в какой-то веке? Неужели? Хоть подрочишь нормально. Как смешно. Блин, реально руки отросли. Я-то пошутил. Не, не надо этими руками этого делать, чувак. У тебя оторвется. Не надо, монстренок, пожалуйста. Я понимаю, переходный возраст, все дела, но ты потерпи. Вот это шуточка в тему, да, прям? Монстренок эволюционировал в монстрилу. Дрочилу-то. Ладно, окей. Мало было того, что у тебя рук нет. Потому что у монстренка нет рук. У тебя даже рук нет, лох. Чувак, прости! Я пошутил тогда! Не бей! Монстренок, не трогай меня! Умоляю тебя, не трогай меня! Пожалуйста, монстреночек! Родивенький, самые лучшие руки! Руки-базуки отдыхают! Вы за красавец мужчина! Муа, все, вообще просто! Все, все бабы монстрята твои! Монстряхи! Монстряхи! Все монстряхи, все твои монстряхи будут делать тебе тряхи-тряхи! Давай, все, только меня не трогай! Не обижай меня, пожалуйста! Пожалуйста, не убивай меня! И вы меня не убивайте! Покемоны рулят! Скорее давайте драться и качаться! Кость Чу, я выбираю тебя! Так, ну слава богу, монстренок меня убивать не стал, уже радует. Поехали! Идет, значит, массовая сцена. Батальная. Андайн эволюционировала в Андина. Неплохо. Я, правда, честно говоря, вот не люблю вообще жареную рыбу, откровенно говоря. Я ее как бы, блин, недавно заказывал из кафе, и как-то вот пришла, и как-то я ее и не доел даже. Ну, я не знаю, я себя заставляю иногда рыбу пожрать, но, блин, вот у меня с этим проблема. Вот напишите в комментариях. У меня одного с этим проблема. Почему мне надо всегда заставлять себя жрать рыбу? Она как бы полезная, да? Там как бы фосфор и вся эта срань, да? Но тяжело. Асгард эволюционировал в Асгард. Так, Асгард. Ну, подождите, Асгард. Асгард, я не могу понять, я где слышал это слово, но он эволюционировал вообще в какую-то срань скалистую. Что это? Асгард. Что-то знакомое, хер знает. Я где-то слышал слово Асгард, короче, но я ничего сейчас, узнавания никакого не щелкнул. Санс эволюционировал в Сансар. О, пошел буддизм. Чара эволюционировала в Метатрон, Мегатрон, Смерти Трепища. Господи, Чара, давай-ка ты обратно, а, это опасная херня какая-то. Довольно. Я больше не желаю быть на вторых ролях. Я создам свой личный Undertale и буду в нем главным героем. О, да ты у мамки программист. Личный Undertale Метатона. Друзья, с тем же мы, чем же мы с вами хуже? Великий Папирос тоже хочет личный мир. Черту покемонов, давайте сами напишем свою историю. Че, у каждого сейчас будет... Как они там охеренно... Ну окей, на одной клавиатуре 6 историй одновременно. Неплохо.
Замечательно. Так, я так понимаю, каждый взял себе по кусочку клавиатуры, да? И каждый использовал только отдельные символы. Они их поделили, да, все кнопки друг на друга. И заварганили такой вот мир, да. Что такое? Похоже, все друзья покинули вас. Мать моя, Гератина. Чего? Как Гератина? Или Гератина, я не знаю. Так куча дохлых покемонов лежит, к сожалению. Ты убил всех моих сородичей. Пусто! А сейчас ты пойдешь и поможешь восстановить нашу популяцию. Оу, май! We go again. Эген и эген и эген, Фриск. Очень много эгенов будет. Конец. А, вот так вот замечательно, короче, Фриск всех там перетрахила, наверное, и восстановила, и все прекрасно. А что вы так смотрите? Это все по канонам вселенной покемонов! По канонам вселенной покемонов пришел человек, всех перетрахал и восстановил популяцию? Я что-то не знаю об этой вселенной, походу. Это правда! Увидимся в личных мирах Undertale, а может и нет. Слушайте, ну это круто, то есть шанс на то, что Джон Брейн все-таки возвращается в эту вселенную, это хорошо. Я помню, что он говорил, что он не хочет этого делать, но хорошо, если хочет. Но там есть «а может и нет», поэтому мы будем понимать, что «а может и да, а может и нет», как бы надеяться мы можем, но наверняка мы не знаем. В любом случае, я буду рад, если это будет так. Потому что мне очень нравится эта анимация. Если они нравятся также и вам, то обязательно переходите на оригинал видео, поддерживайте Джона Брейна, лайки, комментарии, подписки, колокольчики и все дела. Также, если вам не трудно, поддерживайте меня и это видео тем же самым, в общем-то, теми же самыми способами. И все, на этом мы на сегодня заканчиваем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока!